И всем привет, ребята! Сегодня выходят чемпионы Академии. Сейчас Let's посмотрю. go. Ну, я сначала посмотрел, думаю, что за Sims 3, извините. Может, Sims 4? Вот, ну мы зашли, полистали, нам понравилось. Вот. Значит, Фоксия понравилась, семинарская староста. Просто быстрый легкий обзор. Представляете, можно вот так вот красивенько надеться. И будет. Можно мне не добавляться, пожалуйста? Можно вот ботиночки даже. Ё-моё. Эмблема. Я не знаю, зачем она, мы еще не разобрались. Контур. Так, ну давайте, наверное, юбка прикольно выглядит. Извините, Sims 3. Так, и теперь просто рандомные цвета. Зеленые волосы. Зеленые волосы. Просто пожар выглядит. Так, вторичный цвет волос. Она и так белая, давай так, розовенький. Девочки, я потекла. Так, теперь одежка. Что-нибудь тоже такое, типа белое. Белый пиджак, вообще пожар выглядит. А это что? А что меняется? А, галстук. Отдельно галстук выбираешь. Давай розовый галстук под цвет глаз. Так, а это что? А, кофту. Вообще красиво. Ну, пусть розовенький, типа, такой вот контраст небольшой. Так, и дальше у нас... Это что? Это я юбку выбираю. Пусть будет желтая юбка. Нет, желтую нельзя. Красную такую. Розовую. О, вообще в тон. А это что? Не понимаю. Не понимаю. Так, я что-то выбираю, короче. Скорее всего, это если не юбку одеть, а что-то другое, да? А ну давайте наденем не юбку, что я что-то вообще не понимаю. А, ничего себе. Да? Вот я штаны выбираю. Носочки. И третий цвет это... На носочках. Шортики. Носочка, шортики, Коль, молодец. Так. Ну, тут обувь выбираем цвет. И подошвы можно отдельный цвет выбрать. И цвет носочков можно даже сделать. Ёпрасота. Ну, такая вот, смотрите, квадрокоптер у меня получился. Вот, соответственно. Так, семинарская староста уходит. Фоксия! Извините. Вот, а теперь я посмотрел мальчиков. Мне, конечно, немножко заходил вот этот из-за пиджака балдежного. Но, наверное, я остановлю. Ну, профессор тоже неплохо вроде бы. Даже с учетом, что розовые волосы. Но это, блин, мне кажется, петушок. Может, его и возьму. Так. Или профессора все-таки. А ну, давайте профессора уберем. Эти розовые локоны. Ёб твою мать. Не, смотрите, локоны убираете, он превращается в петушка. Может быть, тогда возьму все-таки университетского уникума. Все-таки у меня тоже волосы уже, ну, длинненькие. Да. Давайте, Он в да. старости? А? Они у тебя сидели, поэтому беленькие. Нет, длинненькие. А, длинненькие, растут тогда. Так, вот это я, смотри, кабель прям. А это такой, ну типа, а вот такой. Можно быть даже в шортиках. Кимоно! О, карате, пацаны! Так, я хочу с галстучком, там, по-моему, галстучек выбирается. А у него носочков нет, да, ги? Ну, типа. Ну, вот это возьмем, потому что нам надо... Ну, нет, мне не нравится. Давай карате. Ну, чё, пацаны, карате? Так, а за какую мы будем университет? Я вообще не сечу, ребята, что происходит. Так, волосы, мне хочется вот... Нет, я шо, джоггер? Ва-ха-ха. Белый с зеленым, как вам? О, ну вообще, ну, конечно, блин, немного пластилиновые волосы, но типа, я понял. Цвет глаз. Уа, я вампир, ребята. О, даже можно белый сделать. Ё-моё, красота какая. Ну, такие голубые, как небо. Не намек на ориентацию, ребят. Так, это что такое? Верх. Пиджак.
Пиджак. Опа, девочки, розовый пиджак. Блин, а вот это, кстати, неплохо так. Желтый. А, перчатки тоже цвет меняют, да? Ну, давай мы любим салатовенький оставим. Это мы что меняем? Это галстук. Галстук должен тотально выделяться. Может, черный классический? Ой, черный классический галстук. А белый плохо будет? Да, черный классический. Ну, сейчас может... А, ну давай белый, а рубашку просто цвет поменяем, допустим, вот так. Black Bacardi. Неплохо же, неплохо, я считаю. Пишите в комментариях, что я не буду. Ну, все нормально. О, смотри как. А второй цвет это что? Полосочки сбоку, да? Сейчас мы полосочки как сделаем, вот так вот. А ремень можно? А, вот. Я не знаю, что это вот это за отвес. Кстати, вот показывают, что нельзя на черные штаны и черный ремень. Почему? Ну вот это тупо. Давай вот так желтенький, чтобы... Потому что нет желтого цвета, типа прикольно будет. Так, и что тут? Кеды. Ну, вот так, смотри, вообще огонь. А это что? Это второй цвет? Я бы добавил немножко эстетики. Красный. А, уф. Вот так, желто-зеленый, вообще балдеж. Так, это что за цвет? Это, наверное, носочки, да? Я их не вижу. Ну, пусть будут белые носочки, чтобы все знали, что я немножечко культурный. Вот, ребят. Ну, я, конечно, его пересоберу еще. Забираем этого дуралея. Давайте его в шкафчике откроем. Вот он, мой красавчик был. Ну, просто использовать, пока ничего не буду. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, покупайте эту фигню. Сегодня, наверное, будем играть. А сегодня есть стрим? О! Сегодня ждите нас вечером на стриме. Будет что-то крутое наверняка.